Это было медленно. Блин, это, конечно, очень интересно. Но я красный пистолет, по-моему, от стрельбы в камеру получил. То есть, как я в камеру попал, я получил пистолеты красные. Вот, сейчас у меня тоже красные пистолеты. И по факту это пистолеты от тети. И на них я обращать не буду. Вот смотри, вот эти красные пистолеты, они скорее всего от тети. Я даже, наверное, сейчас сделаю стратку с баллона внизу. Просто чтобы показать, что они уйдут. Хочу проверить. Просто чтобы доказать, что это от тети пистолеты. Та-дам! Блин! Блин, 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 это очень круто. Это очень круто, что я нашел этот момент. Можно не париться насчет этих красных пистолетов. О, жесть, просто жесть, просто жесть. Какое сейчас время? 2:31. Я манал. Я манал эту миссию. Это Хитман. О, мы раскрыли новую механику красных пистолетов в этой миссии. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family. Красные пистолеты после решетки — это красные пистолеты тети, и на них можно не обращать внимания.